Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 6100, телефон 2002 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас возьмем под зарядку для кабеля, под наушники и микрофон. Здесь у нас музыкальный динамик. Сверху кнопочка включения, разъем для шнурка. Здесь у нас кнопка регулировки громкости. И сзади у нас логотип Nokia. Задняя крышка снимается очень легко. Нажимаем на кнопочку и выдвигаем вниз. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Сейчас я поставлю видео на паузу, потому что сим-карту вставлять неудобно. Ну все, сим-карту я вставил. Вставляем батарейку. Задняя крышка не закрывается, потому что батарея толстая. Вот телефон включился. Так, вот полная зарядка. Да, в этом телефоне, правда, музыкальный динамик не работает. Ничего страшного, но так все работает. Так, заходим в меню телефона. Первое у нас сообщение. Текстовые сообщения, ММС-сообщения, СМС-чат, голосовые сообщения, информационные сообщения, настройки сообщений, сервис-команды. Выходим. Звонки. Непринятые звонки, принятые звонки, набранные номера, стереть последние звонки, длительность звонка, показ стоимости разговоров, счетчик данных GPS передачи, таймер GPS связи. Выходим отсюда. Телефонная книжка. Поиск, добавить контакт, изменить имя, удалить, скопировать, добавить номер. Настройки, быстрые наборы, свои номера, абонент группы. Выходим. Режимы. Обычный, без звука, совещание на улице, пейджер. Ребят, кто знает, что такое пейджер, напишите мне, пожалуйста, комментарии. Настройки. Меню быстрого доступа. Установка времени и даты. Настройка режима звонков. Установки телефона, настройка дисплея, настройка сигналов, настройки аксессуара, установки защиты, вернуть заводские установки. Выходим. Будильник. Задать время будильника. Вот будильник, вот время 15:25. Включать я не хочу его. Галерея. Смотреть папки, добавить папку, удалить папку. Переименовать услуги галереи. Выходим. Органайзер. Календарь. Дела. Выходим. Игры. Выбрать игру. Игровые услуги. Память. Настройки. Выходим. Приложение. Взять приложение. Прикладные услуги. Память. Выходим. Экстра. Калькулятор. Таймер обратного отсчета, секундомер, бумажник. Выходим. Конфигурация связи. Airport, GPS. Ребят, кто знает, что такое Airport, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Услуги. Начало, закладки, сервис, прием, настройки на адрес, очистить кэш. Выходим. Меню активное. Имена, принятые. Прием медии, мультимедии точнее, непринятые звонки, обычный, без звука, выбрать игру, выходим. Кэш-послуги, голосовые сервисы, медиа, общение, развлечения, викторина, игры, сим-инфо, выходим. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Nokia 6100. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии. Ну и все, всем пока-пока, до новых видео и обзоров.